Привет всем, кто смотрит. Вы находитесь на канале Канада Лайф. С вами Роман. И тема сегодняшнего видео – это простой фрагмент из жизни иммигранта на выходных в Канаде. В общем, сегодня воскресенье, 10 часов утра. Мы находимся у меня в гараже. Вот такой у меня тандемный гараж, который, по идее, вмещает в себя две машины. Вот. Но здесь в конце немножко собралось всякого барахла. В общем, и в частности, я бы сказал, это бутылки стеклотара и много очень пластиковых бутылок. Так что сегодня едем сдавать бутылки. Пункты приема стеклотары, кстати, открыты. Никакой коронавирус их не закроет почему-то. В общем, так что поеду сдавать. Сейчас я буду загружать машину. И посмотрим, сколько же денег я смогу получить за примерно 7 или 8 пакетов стеклотары и пластиковых бутылок. Так, ну что, вот здесь располагались все эти пакеты с бутылками. Немножко освободил место, наполнил, в общем, всю машину. Значит, здесь в багажнике 6 пакетов. В общем, машина у меня 2018 года Kia Sorento. На пассажирском заднем сиденье 2 пакета, еще один пакет на переднем пассажирском, так что машина просто забита на полную. В общем, поехали. В общем, прибыл я в это место под названием Bottle Depot, да, бутылочный депо. Значит, эти места, они, в принципе, контролируются правительством, да, и вот все бутылки, которые я им привезу, будут подсчитаны, и мне просто дадут деньги. У них на сайте, я могу оставить в описании, кому интересно, у них на сайте есть расценки, сколько денег они дают, там, сколько центов они дают за каждую бутылку, там, винные или какие, в общем, по количеству, там, по емкости, в общем, и им меня обсчитывать смысла нет, потому что свои деньги они от правительства получат там за какое-то количество груза или еще что-то. В общем, сюда подходят бомжи, сюда подъезжают люди на Бентли, я здесь это видел, сюда подъезжают такие вот люди среднего класса, такие как я. В общем, все, кому не лень, сдавать собственные бутылки. Есть, в принципе, два пути. Вы можете их сдавать, или вы можете просто их скидывать в контейнер около своего дома. Я не живу в доме, я живу в типе недвижимости под названием таунхом. У нас есть контейнер в мусорной комнате, куда это можно скидывать, но я люблю получать свои деньги обратно. Значит, что я имею в виду? Это когда вы покупаете здесь, скажем, упаковку воды, там, я не знаю, 30 бутылок или сколько-то, эта упаковка будет лежать на полке, и будет написано там, не знаю, сколько она стоит, $3.30 за 20 бутылок, да. Вы когда придете на кассу, с вас возьмут $3, там, скажем, 30 центов, или сколько она может стоить, плюс с вас возьмут, что называется здесь, депозит. Это такая надбавка за каждую бутылку, это вот как бы фонд природы, можно так сказать. Да, за вот такой вот с вас возьмут такую вот надбавку. За каждую вот эту бутылку с вас возьмут еще 5 центов. Значит, там 5 центов умножить на 20, и это нужно будет приплюсовать. Плюс нужно будет еще приплюсовать 5% налогов. Поэтому, покупая там 20 бутылок или там сколько-то, скажем, 40 бутылок, я не знаю, там в оптовом магазине за $3.30, к тому моменту, когда вы будете это пробивать на кассе, это будет стоить вам примерно там $7 или $9. Потому что с вас возьмут вот этот вот депозит. Вот. Как его обратно получить? Нужно приехать и сдать эти бутылки. Значит, вот такой примерно расклад. Сейчас я туда войду, посмотрим, если мне дадут разрешение. И там, в общем, если не дадут разрешение, я вам сейчас расскажу, там такие вот столы, красивые экраны, в общем, там работают в большинстве индусы, и, кстати, они зарабатывают очень неплохо. Вот вы можете посмотреть очень много видео на Ютубе, там, про первую работу в Канаде, там, как найти работу, еще что-то, еще что-то. Вот, пожалуйста, индусы работают в правительственной организации, можно так сказать. И, кстати, недавно я видел, у нас объявление было на работу,
на просто вот на страничке работ именно на сортировщик бутылок. Сортировщик бутылок, на секундочку, получает $27 в час. Вот так вот. Так что можете это умножить на 160 примерно, да, это вот выработка в месяц, умножить это на 12 и получите годовую зарплату. Ну, там нужно будет, конечно, отминусовать, посмотреть, в какую налоговую скобку этот человек попадает, отминусовать наши налоги, да, по прогрессивной шкале, и будете знать, сколько зарабатывает человек, который работает вот сортировщиком бутылок, вот в таком, можно так сказать, не очень хорошо пахнущем месте, но, тем не менее, $27 в час – это, на секундочку, неплохая зарплата, учитывая, что никакого образования и даже языка вам абсолютно не нужно. Нужно просто вот знать математику и правильно считать бутылки. Потому что все-таки, опять-таки, вот про обсчет, найдутся люди, которые приедут с посчитанным количеством и могут спокойно это заснять, как-то это все проафишировать на каких-то соцсетях и... Как бы этому месту такая вот, такие вот вещи не нужны, поэтому еще вот один повод, почему они обсчитывать просто не будут, потому что мир сейчас стал намного меньше, везде есть рейтинг, там Google, еще что-нибудь, поэтому можно, я, честно говоря, не знаю, даже если они меня обсчитывают, да, но я не обеднею, если они меня обсчитают на доллар. Вот, так что такие дела. Кстати, еще про бомжей. У нас здесь в Альберте, как минимум, не знаю, как в других провинциях, минимальная зарплата – это $13 в час, кажется, если вам нет 18 лет. Если вам за 18, то минимальная зарплата, кажется, $16 в час. В общем, многие бомжи, украв какую-то каталку, да, или там коляску из какого-то торгового центра, собирают бутылки просто по улицам, по урнам и привозят сюда, дабы там получить какую-то копеечку и, может быть, себе взять в Макдональдсе покушать. И я так понимаю, они этим занимаются каждый день. Но могу вам сказать, что учитывая наши вот минимальную зарплату здесь, то, что вы можете получать, работая за минималку, вы никогда не получите, собирая бутылки на улице. Поэтому изначально... Я понимаю, там у всех разная судьба и все такое прочее. Может быть, у людей какие-то есть там проблемы с психикой или с наркотиками. Неизвестно, каким образом они стали бомжами, да. Но изначально они уже занимаются, можно так сказать, проигрышной деятельностью. Они проигрывают, потому что за час никто не может собрать там... 13 бутылок на $13. Я вот это сейчас привез. Здесь раз, два, три. Здесь 9 пакетов бутылок. Сейчас посмотрим, сколько я за это получу. Это мне заняло несколько там месяцев, чтобы это все собрать, да. И вот посмотрим, сколько я получу. И я бы сказал, да, за час $13 бутылок вы не соберете. Или $16. Поэтому легче просто пойти работать за минималку, и вы получите больше денег. Так что такие вот здесь расклады, но тем не менее люди этим занимаются, и вот у всех, естественно, разная судьба. В общем, поеду сейчас, припаркуюсь, начну разгружаться. Заранее хочу сказать, у нас, хоть машина моя и пишет, что 11 градусов, сегодня 26 апреля, шквальный просто ветер, так что заранее извиняюсь, что я не снимаю там, скажем, на локации, в общем, на заднем плане вы не видите того, про что я снимаю. Ну, посмотрим, что получится, но просто никакой микрофон просто не выдержит такой шквальный ветер, как у нас сегодня. В общем, пойдем внутрь и посмотрим, что там получится. В общем, примерно так это выглядит. Попросили лица не снимать. Здесь вот касса, экраны. И вот на этом экране потихонечку растут мои деньги. Вот так вот могу вам немножко заснять это место. Наконец-то мне все подсчитали. В конце концов получилось $68.60. В принципе, неплохие деньги. Учитывая, что немножко почистил гараж и провел примерно час времени
чтобы это все сделать. 68 долларов в наше время. Ну, вот кто-то, кто работает в Макдональдсе за 13 долларов в час, ему нужно проработать 5 часов за эти деньги. Да, плюс еще сверху налоги снимут. Можно, не знаю, это примерно 2 бака бензина, да, ну или хорошая бутылка скотча, да, или виски, что вы там предпочитаете. За 68 долларов можно неплохо всего чего-нибудь накупить или получить чего-нибудь, что вам хочется купить, неплохую скидку. Вот это вот, вот эти деньги в общей сумме я заплатил за все вот эти вот бутылки в виде вот этого депозита, да, который набавляется за каждую бутылку, которую вы покупаете здесь, чтобы это шло на защиту природы, можно так сказать, на переработку и все такое. Цена, которую вы платите за переработку этих бутылок. В общем, сейчас я уже буду заканчивать свое видео, но кто досмотрел до этого момента, сейчас будет небольшой бонус-контент. Значит, если кому-то до сих пор интересна тема коронавируса, сейчас я проеду вдоль одного места, вдоль дорожки, которая идет вдоль реки у нас, и посмотрим, сколько же народу гуляет по улицам. У нас меры изоляции не такие жесткие, как в России, нет никаких QR-кодов, нет никаких штрафов, нет никаких камер или разрешений. Можно спокойно передвигаться по городу, куда вы хотите, только нужно держать дистанцию. И, кстати, вот вдоль вот этой вот дорожки, такая идет асфальтированная дорожка, вдоль этой дорожки рядом идет такая вот дорога для машин, да. И там одну линию, кстати, закрыли, и во многих на многих дорогах сейчас будут эти линии закрывать, чтобы люди держали дистанцию, чтобы было дистанционирование. В общем, если бы сегодня не было так ветрено, я думаю, там бы людей было побольше, но тем не менее, сейчас посмотрим, сколько же там народу гуляет, катается на велосипедах, гуляет с собачками и все такое прочее, чтобы вам показать, как же у нас обстоят дела. Потому что на некоторых каналах я видел, люди показывают немножко такую интересную узкую параллель с реальностью того, что происходит здесь. Я бы сказал, что здесь не все так жестко, нет никаких штрафов, никто за вами не смотрит, и большинство людей спокойно передвигаются по городу. Поехали. Так, вот вам бонус-контент. Как сейчас выглядит ситуация в воскресенье. За моей спиной одна из главных дорог в Калгари под названием Elbow Drive. И как вы видите, здесь закрыли одну линию движения, чтобы люди, которые обычно бегут вот по этой вот беговой дорожке, могли расходиться и заниматься, как говорится, социальным дистанционированием. Как вы видите, никаких QR-кодов, никаких штрафов, никто за нами не смотрит. Можно спокойно гулять с семьей, выходить на улицу, прогуливаться, кататься на велосипеде. Ну и вот за моей спиной все машины тоже куда-то едут. В общем, могу вам еще показать нашу речку. Это вот на заднем плане река. И вдоль реки вот такие вот дорожки проложены, да, асфальтированные, по которым вы можете кататься на велосипеде, и можно объехать по этой дорожке весь город. Вот так вот все выглядит. Я видел, что на некоторых каналах показывают какую-то жесть, мол, там какие-то штрафы или там за нами все смотрят. Вот, пожалуйста, смотрите, как выглядит стандартное воскресенье просто на одной из улиц в Калгари. Да, вот люди кричат, и у всех хорошее настроение. Люди на мотороллерах проезжают. Никакого коронавируса, все вообще норм. И все отлично. Так что хочу вам, вот вы знаете, я на своем канале показываю реальность. Извиняюсь еще раз за ветер. Ну вот, синее небо, облака, солнце светит, все хорошо, никакого коронавируса. Все отлично. В общем, так хотел вам показать, как небольшой бонус, чтобы вы видели, как же здесь все выглядит. Ну, такие вот дела. В общем, спасибо вам за просмотр. Ждите следующих видео. Подписывайтесь, комментируйте, спрашивайте вопросы. И до следующих встреч в эфире.